Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Я разочарован. Я не доставлю тебе такой радости. В любом случае. Товар у тебя? Да, вот здесь. У меня от него кровь стынет в жилах, так что держи его в контейнере. Ты доставишь его клиенту, как мы договаривались. И наш контакт заплатит тебе, когда мы получим подтверждение. Вопросы? Нет. Учитывая клиента, я буду быстр. Он нетерпелив, как бешеный пес. Интересно, что бы он сказал, услышав это от тебя? Оставим подробности. До встречи. Что за... Итак, ты прошел весь этот путь и нашел источник всего. Кто я такой, спросишь ты? Стоит начать с того, чем я не являюсь.